Жители Абакана прощаются с погибшими в аварии супругами Спиренкиными. Это то самое ДТП, когда в легковушку на встречной полосе врезался внедорожник с тремя высокопоставленными чиновниками, предположительно пьяными. В джипе все выжили, а вот по Спиренкиным прошла панихида. Она собрала больше сотни человек. Это родственники, друзья, коллеги и просто те люди, которым когда-то эта пара помогла. Спиренкины работали в администрации города. Ирина занимала должность главного специалиста опеки. Ее супруг Виктор Спиренкин был ведущим специалистом в управляющей жилищной компании. Напомню, их жизни оборвались 4 апреля. По этому делу арестован подозреваемый Алексей Лебедев, юрист из налоговой. Однако следователи ждут результатов медэкспертизы, чтобы точно назвать имя человека, который находился за рулем внедорожника, а также ответить на вопрос, был ли водитель пьян. Помимо Лебедева в машине находились еще двое – лидер профсоюза в Хакасии Андрей Петров и его зам Светлана Кочеткова. Пока они проходят по делу как свидетели.